Сегодня распускается мой любимый сорт. Но я не успею его заснять, когда он полностью распустится. Поэтому я с утра его снимаю. Вот. Это сорт Black Hole. Сейчас я покажу название. Вот. Black Hole. Я потом, наверное, уже не успею, когда он расцвет полностью, но вот на данный момент у него самое-самое оправдание его имени. Вот прям такой чернильный такой цвет у него. Ну, то есть сейчас он пока распускается, он маленький, видите, рука вот моя. Такой вот красивый. Когда он распустится, он, ну, когда полностью распустится, я думаю, что завтра я приеду, он уже не будет таким чернильным, он будет более светлым, ну и отдавать, мне кажется, в какой-то степени в коричневый. Ну, я, в общем, покажу. Такой вот он красавчик. Ну, вот видите, он прям чернильный такой, черный. Пыталась я его укоренить, но что-то у меня не сильно получается. Видимо, немножко вредноватый. Но беспроблемный куст сам по себе, если вот, ну, я себе черенок перепривила от взрослого куста. Вот, оставлю его себе. А если прививкой, то вообще вполне нормально он растет. Вполне он прекрасно цветет. Кричать я не могу, потому что время 7 утра, все спят. В общем, вот такой вот Black Hole. Крис или Крис Black Hole. По-разному его я иногда называю. Название я показала. Такой вот красавчик. Не могу прямо удержаться. Уже, наверное, третий раз повторяю, какой он красавчик. Потому что я тащусь от этого сорта, мне он очень нравится. Вот так вот. Всем спасибо за внимание, всем пока. Поехала я на работу. Кстати, и с наступающим всех Новым годом. Чтобы вы все отпраздновали, за меня отпразднуйте. Я буду работать 31-го, приеду только 1-го числа. Всем пока.